светло-светлый и украсно-украшенный называли в древности Русь. Уже в XIV веке светил всему христианскому миру православный монастырь на острове Валаам. Смиренную, строгую, полную молитв и непрерывного труда жизнь вели монахи, подвижники, чудотворцы, молчальники и целители. Заботливые руки людей веками облагораживали дикую природу острова, где нехоженными кажутся леса, бездонными озерные затоны, неслыханными птичьи голоса, невиданными каменные склоны. Теперь к сотням тысяч туристов здесь добавился поток паломников. После полувекового перерыва вновь открылся мужской монастырь. Со временем все сооружения будут восстановлены. Гораздо трудней возродить былой дух и образ жизни Валаама, суровый, молчаливый, стойкий. Мы попали сюда в знаменательный день, день памяти основателей монастыря, святых Сергия и Германа, покоящихся под этим камнем. Скромным был первый престольный праздник возрождаемой обители, но всех его участников питала вера в нетленность красоты великого острова. Да, только здесь, на севере моем, такие дали и такие зори.